и исполняющий обязанность председателя совета обучающихся колледжа полиции. В кадетском корпусе прошел фестиваль спорта, посвященный Дню защиты детей. Меня зовут Женка Никита, я работаю в регбийном клубе «Динамо Москва». О, вы знаете, у вас очень весело, я думал, что обычно такие мероприятия проходят так немножко без желания, а у вас все ребята такие радостные, очень активно принимают участие в наших активностях и в спортивных соревнованиях, которые предусмотрены программой вашего мероприятия. Ну, в общем, весело, и погода хорошая не подвела, очень приятно находиться здесь. Ну, мы представляем основы нашего вида спорта, регби. То есть мы показываем, как правильно отдавать пас нашим мячом овальным, показываем, как бежать с мячом при сопротивлении на наших резиновых штуках, скажем так. В общем, пытаемся как-то заинтересовать нашей игрой. Надеюсь, ребятам тоже понравилось.